Привет, с вами Magic Lesson. У меня есть три карты. Это пиковый туз, это бубновый король и это пиковая дама. Король, туз и дама. Хорошо. Давайте сделаем следующее. Возьмем карты вместе, сделаем такой щелчок и посмотрим. У нас уже два короля и туз. Но не будем на этом останавливаться. Возьмем туз и сделаем вот такое вот магическое движение. И он тоже становится королем. Теперь у нас три короля. Переходим к секрету данного трюка. Данный фокус выполняется с использованием специального реквизита. Это специальные карты. У одной двойное лицо, король и туз. Вторая — это обычный король. И третья — это рубашка, но здесь дама и король. Сразу две карты на лице. Мы кладем сначала даму вот в таком положении. Далее кладем короля, у которого есть нормальная рубашка, и туз, у которого на обратной стороне король. Вот таким образом. И далее начинаем демонстрацию. Прикрываете большим пальцем вот этот угол и постоянно переворачиваете вот так карты. Мы, конечно, при этом показываем только нижнюю карту, но у зрителя создается впечатление, если он особо не задумывается, что будто бы все карты у нас имеют синюю рубашку. Просто не акцентируйте внимание, а показывайте так. То есть говорим, что у нас есть туз пиковый. Убираем его пока в эту руку. Есть бубновый король и есть пиковая дама. Здесь важно прикрыть вот этот угол, чтобы не показать короля. Все. Дальше обратно возвращаем короля и туза. И вот так слегка раскрываем карты. Повторяем, что туз, король, дама. Далее складываем карты, переворачиваем. И нам нужно сделать так, чтобы вот этот верх был низом. То есть просто перевернуть вот так карты. Сделать щелчок, снова перевернуть и раскрыть. Этой стороной уже мы увидим два короля и туза. Далее нам остается только превратить туза в короля. Как мы помним, с обратной стороны у нас уже есть король здесь. И нам нужно сделать следующее. Берем вот этот угол средним пальцем, вот этот угол большим пальцем. Вот так это выглядит. И указателем мы можем вращать карту легко вот за этот уголок. Соответственно, просто скрываем вот этот переворот на короля вот таким большим движением. То есть по факту, что мы делаем, мы берем туза и просто переворачиваем его. У нас получается король. Но если это показать вот так, то непонятно, что мы сделали. Но в итоге у нас получается три короля. Если интересен данный фокус, то данный реквизит можете приобрести по ссылке ниже. На этом все. Увидимся в новых роликах. Пока.